Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Митраков. Я представляю общество инвалидов принять. Вот документ об инвалидности. Вот фамилия. Так, вот есть интересно. Паспорт. Да. Участвую абсолютно на добровольных началах. Что хочу по поводу, значит, данного автобуса сказать. Автобус чисто технически не предназначен для перевозки инвалидов. Посадка в него небезопасна, вернее, даже так сказать, травма опасна. Ни один, ни два, ни четыре человека меня сюда просто не занесут. Это опасно для моего здоровья и моей жизни. Существуют специальные автобусы. Его пол находится примерно ниже пола нижней ступеньки, и он имеет откидной пандус. По закону инвалид может заехать на возвышенность, а пандус должен иметь наклон не более 12%, идеально 6%. Никаких ступенек это не предусмотрено законом совсем. А площадка мала для разворота и не имеет специальных устройств, которые могут меня зафиксировать стоя. В специализированных автобусах там специальное место, куда я встаю спиной, она мягкая. То есть я по ходу автобуса должен встать спиной при случае резкого торможения, чтобы моя коляска не опрокинулась. И там есть ремни, как в нормальном автомобиле, которые меня будут зафиксировать. Соответственно, еще есть оборудованные кнопки, которые позволяют общаться с водителем, если я еду один. Сколько это высоко, если это кому-то надо.